Я, наверное, нет, я ничего никому доказать не хотела, мне просто пришло приглашение. Там был какой-то кастинг, оказывается, мы там, я вне всяких кастингов, меня пригласили, сказали, вот там, тра-та-та, у нас там разные мамы будут, но вот такая вот мама нам тоже нужна, которая постоянно работает, которой нет там 24 часа в сутки с ребенком там и так далее. Вот, на самом деле, я очень рада, что я приняла участие в этом проекте. Со мной вместе была мать 7 детей, которая является веганом и заставила своих детей тоже быть веганами, даже маленьких. Со мной была еще одна мамочка, жена депутата, и одна фриковая блогерша. Вот. И я прям себя человеком почувствовала. Правда. Если так говорить про веганшу, то это просто был концлагерь гестапо, когда мы попали к ней домой. Ну, то есть вот эти наигранные фотографии, 150 тысяч подписчиков, какая она хорошая и так далее. На самом деле это абсолютно запуганные дети, которым говоришь слово мясо, и их бросают в дрожь, потому что сейчас как будто их палками будут бить. Вот, и я абсолютно себя нормально почувствовала. Я думала, что у меня все плохо, что вот там я ребенка не вижу, обижаю, там она обижается, там тра-та-та и так далее. Но когда я посмотрела, как может быть, ну, в итоге все увидите в августе. В августе в старом весе приветствуйте меня с короткой стрижкой плюс 10 килограмм. Я там прекрасно прям. С Лобковским. Я считаю так. Лобковский проехал через 24 города, где снималось это все, увидел там 150 мамаш, и каждую из нас видел только в разрезе того видеоматериала, который представили. И если он там как-то какое-то мнение выразил обо мне, оно для меня не имеет никакого значения, потому что для меня это незнакомый мужик. Если хотя бы он со мной провел полноценную сессию, там, в формате часа, полутора, да, как это обычно бывает в психотерапии, то здесь он просто со стороны посмотрел на видео и делает какой-то вывод. Вывод неизвестного мне человека для меня абсолютно не важен. Вот, ну, то есть, нет, я к нему хорошо отношусь, у него правильные вещи в книжке написаны, но вот в конкретно в проекте «Супермама» он тупо говорящая голова. Только для рейтингов, вот и все.